Всемирная организация здравоохранения впервые внесет игроманию в международную классификацию болезней, сообщает британский журнал New Scientist. Игромания выделена из всех зависимостей отдельно, с моей точки зрения, именно потому, что существуют жалобы со стороны близких, родственников, структур различных, которые пострадали от сотрудников, которые проиграли их средства. Именно с точки зрения защиты тех людей, которые часто страдают из-за игроманов, поэтому категорию игромания и ввели. В наше время игромания считается одним из распространенных отклонений. Зависимость формируется из вполне безвредного увлечения компьютерами, сетевыми или азартными играми. Одна из разновидностей финансовых аддикций. Вот есть мир, гигантский мир финансовых аддикций. Кредитомания, взяткомания, игромания, когда тоже делаются ставки. И этой зависимостью страдают не все. Аддиктивной личности, которые легко впадают в зависимость к различным ценностям, без которых у них начинаются страдания, депрессии, тревоги, и поэтому им всегда нужно получать очередную дозу. Формулировка редакции нового проекта международной классификации болезни пока не раскрывается, однако в ней будут излагаться критерии, необходимые для определения симптомов игромании. Утверждается, что данное заболевание будет классифицироваться как психическое расстройство. Диана Шилова, Роман Самарин, Универньюз.